Конечно, это всех потрясло. Конечно, это несправедливо, потому что вот просто без всякой подготовки по классовому, образно говоря, без всякого научного подхода и без проработки мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет повышается пенсионный возраст. Состояние продолжительной жизни, да, увеличивается, но, извините, она увеличивается не ровно. У нас есть профессии, вот взять, допустим, те же текстильщики, характерно, там в основном женский труд, даже вот передовое производство на камышинском текстиле, и то там 70% работающих женщин. А на текстильпроме там вообще под 90%. Труд напряженный, они все во вредных условиях работают. И дополнительно 8 лет отработать, это для них просто, ну вот я скажу, даже вот по-человечески не по силам. И уже, как говорится, даже на уровне областного совета профсоюзов принято решение поддержать, конечно, позицию, организовать проведение митинга. А учитывая, что 28-го законодательное собрание будет этот вопрос рассматривать, то до 27-го числа этот митинг провести.